Тяжелая игра была, но мы играли, старались. Много удалений было. Вот. Удаления, я думаю, подвели нас. Пропустили 4 шайбы в меньшинстве. Вот поэтому. Если бы, я думаю, половину бы меньше удалений было бы, я думаю, может, был бы другой результат. Вот. Но сегодня так получилось. Но мы старались все равно, пытались сыграть в меньшинстве как можно лучше. Команда мастеровитая против нас играла, поэтому они забивают. Вот после «Спартака», видимо, сделали хорошие выводы. Сегодня с первых смен просто полетели и вошли в игру сразу же. Ну да, сегодня хороший был настрой. И с первых минут боролись, играли активно, ни в чем не уступали. Вот, и я думаю, что хорошая игра была все равно. Вы сегодня сравняли счет, забили 4-ю шайбу. Можно вот комментарий по этому моменту? Там, как получилось так? Ну, активно пошли, забрали шайбу у них в зоне, они ошиблись. И я один на пятаке остался. И партнер хорошо отдал пас на пятак. Осталось только забить, разобраться.